чертовские коты. Персик что-то сделал, вроде один шаг вперед, два назад. Пятнашечка, ты сейчас от меня отвернулась, но я поздравляю тебя с Международным женским днем. В каждой женщине есть немного кошки, в каждой кошке есть немного... Даже не немного, кошка это женщина, тоже женщина. Смелая, независимая, гордая. Хорошо сидим. Что я могу сказать? Такие милые плюшевые ребята. Спокойные, умиротворенные. Так. Персик сократил дистанцию. Все немножко так лапками помахали. Ну, так игриво. Как красиво лежит снег на голове у рыси. Вот в лесу такого не увидишь. Все-таки у зоопарка есть ряд очевидных преимуществ. Ну, подъеду я к тебе близко-близко. Персик, продолжай в том же духе. Опа! Что-то вы не договорились, похоже, как будете отмечать 8 марта. Ну да, бывает. А может, пятнашка просто маникюр еще с утра не сделала. Судя по всему, что-то тут такое. Они так интересно урчат. Этого я никогда в жизни не слышал. Если я видел много такого вот ухаживания роликов с такими играми у леопардов, у тех же, у тигров, у львов, то вот про рысей я не знаю ровным счетом ничего. Как у них это? У леопардов чаще самка ухаживает, как бы дают зеленый свет, а вот у рысей, похоже, вот персик гуляет за пятнашкой. Сколько их я на них не смотрю. Интересно. Пятнашка порыкивает иногда. Ох, куда это они? В общем, это март у нас. Март очень снежный. Так, ну кто что будет делать? Какие будут дальнейшие шаги? Эх, пролетело время, выросли наши котятки. Кто бы мог подумать, а? Ну кто бы мог подумать? Дорогие женщины, пользуясь случаем, поздравляю и вас, наших прекрасных и нежных подруг, мам, с Международным женским днем. Персик за пятнашкой сейчас в домик поедет. Я здесь и не зелья, я здесь под окном. Объята Севилья и мраком, и сном. Да, у нас Севилья, это точно. Как мимо заводов проедешь, чистая Севилья. Как дым вдохнешь. Красота. Влюбленные уединились. У Ники у нас март вообще в геометрической прогрессии. Она еще только что пела с Ричардом на два голоса. Ух ты, как ты интересно порыкиваешь. А Мирчик спит сверху. Я имею в виду, за мимозой он еще не ходил. Кстати, я по рысям тоже заметил, что персей явно к пятнашке без мимозы решил. Ну, у леопардов они независимые, гордые, каждый, видимо, мимозу добывает сам, где может. Ой, ёх, я за тобой опять не успел камерой. И пресветлые очи. И поздравить жену с 8 марта. Видимо, в природе леопардесса она должна сама прийти и выбить поздравления. Вот так вот они
Мужчины у них любят на ветках расслабляться, свесить лапы и ничего не делать. Ника тут устроила футбол. За что это? Я даже не знаю, что это за стиль такой, за спорт. Мячики любят. Мячики, коробки, корзинки. Сейчас вечер обжаривать будет, похоже. Ника. Ника, ты без сомнения самая обворожительная и загадочная кошка этого зоопарка. Поздравляю тебя с Международным женским днем. Будь самой крутой женщиной в международном масштабе. Собственно, ты и так одна из тех, кто круче всех. О, вон что делает. Мир точно за мимозой сегодня не пойдет.